Идем дальше. Далее о самом интересном с просторов интернета в традиционной пятничной рубрике Максима Соколова. Арт-группа Ларго из Краснодара опубликовала в сети новое видео на заглавную песню их третьего диска, которое он был презентован 5 ноября в Ханты-Мансийске. Песня называется «Благодарю тебя, мой вседержитель». Данный диск содержит уникальные песнопения с глубоким смыслом, обращенные к Богу. Невероятно на меня произвел впечатление этот клип, и хочется этой песней, точнее небольшим отрывком из клипа, из песни, поделиться тоже с нашими зрителями сегодня в эту пятницу. Давайте посмотрим прямо сейчас. Благодарю тебя, мой Вседержитель, благодарю, Создатель мой благий, за плоть, за кровь и мою душу, за все тебя благодарю. Творец ты мой Создатель, ты датель жизни на земле. Спаси метущуюся мою душу и всех живущих на земле, и всех живущих на земле. Благодарю тебя, мой Вседержитель, благодарю за то, что ты простишь. Простишь, примешь и обнимешь. Благодарю за все тебя, благодарю. Творец ты мой Создатель, ты датель жизни на земле. Спаси метущуюся мою душу и всех живущих на земле. И всех живущих на земле. Между Максим. Прочим, отдельно подчеркнем то, что автор слов и музыки в песне митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Хочется поблагодарить Владыку за то, что он не только поддерживает группу, но и пишет такие замечательные песни, а арт-группе Ларго пожелать успехов в их творчестве. А я хочу поблагодарить Максима Соколова за эту замечательную подборку, очень разную, очень живую, очень настоящую. Спасибо тебе огромное. Спасибо. До встречи. К другим темам перейдем через мгновение.